Дорогие гости курорта Нафталан, здравствуйте. Те гости, которые у нас побывали когда-то, и те, кто, возможно, только недавно узнал о нас и хотел бы к нам приехать, а также те, кто бронировали, но, к сожалению, по известным обстоятельствам вынужден был отменить свои брони. Я обращаюсь к вам и записываю это видео, потому что у нас в последние дни, в последнее время очень много от вас обращений и вопросов, связанных с тем, когда же курорт Нафталан возобновит свою работу и вновь начнет принимать своих гостей. В основном это гости из стран СНГ, России, Казахстана, а также с Украины и других стран. Меня зовут Нигяр Мамедова, я руковожу компанией «Нафталан Букинг». Наша компания вот уже более 10 лет специализируется на организации лечения и отдыха на курорте Нафталан, то есть это наша специализация. И по всем вопросам, связанным с курортом Нафталан, вам удобнее всего обращаться именно в нашу компанию. Отвечая на ваш вопрос, когда же курорт Нафталан возобновит свою работу? К сожалению, в данный момент у нас мы не можем говорить ни о каких точных датах, поскольку сейчас вся страна находится на жестком карантине до 1 июля. 1 июля у нас снимут карантин, и тогда уже можно будет что-то говорить в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, насколько благоприятно будут складываться обстоятельства. В зависимости от этого власти будут принимать решения уже о возобновлении полетов, рейсов, об открытии границ, о снятии запретов на въезд и так далее. И, конечно, тогда уже отели смогут принимать решение об открытии, о том, чтобы открыть вновь свои двери и о том, чтобы вы, дорогие гости, могли вновь к нам приехать и продолжить свое лечение нафталановыми процедурами, а кто-то впервые начать лечение нафталаном. Поверьте, что мы, так же, как и вы, с огромным нетерпением ждем, когда это произойдет, ждем этого события. Мы очень соскучились по своей работе и по вас, дорогие гости, и ждем с нетерпением, когда вы вновь сможете к нам приехать. А сейчас, в данный момент, я бы хотела дать вам просто некоторые рекомендации тем гостям, которые уже забронировали номера на осень, на сентябрь, октябрь и ноябрь. Осень у нас – это самый высокий сезон и, пожалуй, самое лучшее время, когда стоит приехать в Нафталан, потому что уже нет этой жары, нет духоты, и вы можете совмещать свое лечение, свои процедуры с приятными прогулками по паркам, по нашим зеленым прекрасным территориям. Вы знаете, что у нас в Нафталане прекрасные зеленые территории. Вы можете наслаждаться свежими овощами, фруктами, которых у нас при достаточном количестве в Нафталане, особенно по очень доступным ценам. Так вот, осень – это самый высокий сезон, а поэтому отели вполне возможно могут поднять цены. Это пока не точная информация, но это вполне возможно может произойти. Поэтому я бы вам очень рекомендовала не отменять свои брони, которые вы сделали на осень. Лучше всего, если вы не уверены в датах своего приезда, вам лучше всего было бы перенести свои брони на те даты, в которых вы уже будете уверены, на которые вы сможете купить билеты. Мы перенесем ваши брони совершенно бесплатно, совершенно без проблем. Просто вам нужно будет обратиться к нашим менеджерам для этого. И вот еще одна причина, почему вам стоит сохранить свои брони. Дело в том, что отели, если, значит, у вас уже оформлена бронь по старой цене, которая была еще до пандемии, цена вашей брони будет сохранена. То есть мы перенесем вашу бронь с сохранением цены. Цена вашей брони не будет повышена, даже если цены в отеле поднимутся. Поэтому вам будет комфортно сохранить свои брони. А те гости, которые хотят приехать осенью, но нет у вас брони, пожалуйста, вы можете лучше всего сделать это прямо сейчас. То есть бронируйте прямо сейчас на сайте naftalan-booking.com. Это наш веб-сайт. Вы можете сделать самостоятельное бронирование онлайн прямо на сайте, либо обратившись в чат, прямо вот на сайте в чат, поговорив с нашим менеджером, либо обратившись по телефонам, которые указаны на нашем сайте naftalan-booking.com. Пожалуйста, звоните, пишите, будем ждать ваших обращений. Если у нас, значит, как только появятся новости, какие-то станет проясниться ситуация, мы будем вас извещать, мы будем делать рассылку, новые обращения, вы обязательно об этом узнаете. Плюс еще скажу, у нас очень хорошая для вас новость, у нас бесплатные трансферы. То есть, если вы приезжаете в Баку, прилетите, или вы прилетите в Гяньчжоу, независимо от этого, мы вас обязательно встретим, доставим в санаторий. Эта услуга у нас бесплатная. И также у нас бесплатная консультация. Я бы даже вам обязательно рекомендовала получить предварительную консультацию с нашим врачом. Так как мы являемся, еще раз говорю, мы эксперты в области нафталанолечения. Наши врачи являются экспертами, специалистами в области нафталанолечения. Вы можете получить бесплатную предварительную консультацию перед вашим приездом.
И еще, пожалуйста, обратите внимание, что при заезде нужно будет обязательно иметь при себе справку об отсутствии COVID-19. Это обязательное условие, и это для вашего же спокойствия, для вашего чувства защищенности и для вашего комфорта сделано, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности. К сожалению, пока это так, обязательно нужно будет иметь при себе справку. Без этого заселение будет невозможно. Спасибо вам большое за внимание. Мы ждем ваших обращений, ждем ваших заявок, ваших звонков. И до следующих встреч. Пока.